Есть, я закрыл. Ой! Ну, Серега, ну блин! Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, King on Fire, Серега, Семка, пацаны, скажите крутые слова. Всем приветики, омлетики. У нас сегодня очень классная рубрика, аниматроники пугают охранника, King on Fire будет играть за аниматроника. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Мы поставили дверь, поставили кнопки, теперь мы можем двери открывать и закрывать. Все отлично у нас. Ну что, начинаем? Показали все, что можно и нельзя. Я не могу так зайти. У нас есть, пацаны, очень большой плюс. У нас очень много энергии. И камеры. Да, и по статистике эта карта очень интересная и всем нравится. Когда двухэтажная пиццерия FNAF 3. Кстати, уже один аниматроник к нам пришел. О, Марионеточ. Это Марионеточ. Вы же помните, что закрывать, да, можно здесь? Да. Он через вентиляцию. Будьте внимательны. Будьте внимательны. Так, Серега, чекай. Камерам не вижу ничего. Я буду проверять. Пусто. Пусто. Да, я буду клацать, я говорю, пусто, не пусто. Так. Вроде бы пусто. Да. Пусто. Пусто. Не густо. Не густо. Капуста. Пусто. Капуста. Какая капуста? Ну такая. Густо. Густо. А где мы находимся? Подожди, где наша? Вот это получается наша пиццерия, вот это вот. Внизу, да? О, мы... снова пришла. О, ушла. Ушла. Осторожно, осторожно. Мы где-то здесь, по-моему, находимся. Я тоже так подумал. Так, пусто. Не пусто. Очень густо. Выросла капуста. Нифига себе. Опа! Он начинает, ребята, нас немножечко троллировать. Так, я в ящик залезу, если что. А что нельзя... О, в ящик нельзя залезть? Надо две открыть. А, не, можно? Можно. Ого, странно, тут мало места, где можно попасть в него. Кто там? А! И что, мы проиграли, получается? Я выжил. А! Да я же в ящике сидел, что жопа торчала. Ну блин, я же... Ну реально, ну сидел же хорошо себе. Твою лысую бритую голову видно. Ну King on Fire, ну я же нормально все делал. Где я заспавнился? Офигеть, какой-то части карты стрёмный такой. Так. А! Да дай, дай, не дай. Откройте, пацаны, пожалуйста. Открой, открой, открой. Нет, закрой! Да ну блин! Да ну блин, ну King on Fire! Дай жизни как-то нам. Закрыто? Здесь закрыто. Это я иду, открой. А вдруг ты переодетый аниматроник, пароль? Вот, King of Strayer здесь. Ну пароль. Колобака, Дима. Правильно. Закрывай, закрывай! Закрывай! Ой, блин. Ну Серега, ну что ты так это... О, все, успел. Выгнал его. Отлично, давай, ты там посиди. Это у нас туалет там или что, я так и не понял? Или просто унитаз. Коптерка? Унитаз? Так, надо нам включить как-то так камеру, чтобы мы его видели хоть с какой-то стороны. Я вижу его, я его вижу. Вот он. Ты невидимый, но тебя видно через фонарик, поэтому твои попытки все тщетны. Он уходит, он обиделся, пацаны. И написал, пацаны, написал когтями на окне лох. Открываю. Хитрозадый через вентиляцию хотел пройти, ну фигушки тебе, на тебе подзатыльника. Ну, иди он. Вот он, застрял походу, Дим. О, пацаны, может нам все вместе на лифте вниз спуститься, не пускать лифт? Да, можно. Я вызвал лифт. Едет лифт. Мы должны успеть. Быстрее, заходите.
Заходите, заходите. Заходи в лифт. Ладно, не успели, пацаны, я сам поехал. Что ж вы так долго? Все, я вас снизу-то жду. Я реально жду вас снизу, надеюсь, вы ко мне придете. А, он сломал механизм, короче, и застрял. Так ему и надо. А вы приедете ко мне? Ну, возможно. Я нет. Так, блин, а что, ко мне аниматроник приедет? Он с... Я заныкался, он меня не найдет. Отличная нычка. Ребята, конечно, она настолько кончена, насколько это возможно, но я могу еще немножечко прожить. Серега, он точно ко мне спускался сюда, или ты пошутил? Да, вон спускается, все, он баллон боя взял. Ребята, я могу сейчас умереть, но может не умру. Так что ставьте лайк, осик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день, и каждый лайк продлевает мне жизнь на 1 секунду. А, убил! Убил, я слышал... Ё-мо, я так дернулся чуть-чуть. Аж зачухалась шея. Вот это ты меня лупанул жестко. Так, а чё я спавнюсь в каком-то месте странном? Так, Серега, ты где? Я с тобой, я с тобой. Так, закрываем двери. Пока. Я назад лифт вызвал. Молодец, Серега, молодец. Я вот так надо троллировать. Вот он я, ты что, меня? Ну так давай заходи. О, я не буду открывать, я не буду открывать. Я успел. Не открывай, он здесь. А, ты я же забыл, что маска есть. Ё-моё, я беру ее в руки. Я забыл, ребята, за маску, точно. Так, у нас нет камеры, которая буду Серегу видеть? Серегу, наверное, никак не увижу, не надо, да? Дим, не открывай, он здесь. Нет, я не буду открывать, я его боюсь. Так, это угол круглого дома. Это выход. Так, это вентиляция, да? Так это не та, которую я думаю. А где Серега? Вот Серега есть. Я здесь. Так, Серега. Давай, открой и быстро. А я маску одену. Нет, не надо. Я могу открыть и маску одеть. Давай. Я успел одеть маску. Так, смотрим на эту телепиздриху. Я вижу, я пацана даже закрыть. Все, снимаем маски. Вот она, вот он. Перевоплотился в маленького. Так подожди, ну что ты? А чё, не будет вниз спускаться на лифте? Я хотел лифт забагать как-то. Так, за кекса. Пошёл. В этой серии, конечно, слабовато он мочит. Я думал, будет пожестче, конечно, мочить. Ну ничего, мы очень умные. Три раза сдох уже. Да? Ну да. А, ну видишь, мало. Открывай ворота. Сыти, да, открыть ворота? Я открыл и сдох. А, я в шахте. Шахте, а? Ой, в шахте. В шкафчике вонючем. Открывай. Не открывай ему, не открывай. Закрывай. Так, я выхожу. Я тебя вижу, какашки. Ах ты, ну Серега. Я сел, я зашел. Сейчас он убьет вас, пацаны. Нет? Живые? Офигеть. Какой-то у нас сегодня этот лайтовенький аниматроник попался. Хитрозадый. Ну? Я буду тут сидеть, я боюсь выходить. Ты, давай, вылазь там. Не, я боюсь, Серега. Да ну блин, ну закрой дверь. Да ну закрой, он идет. Кто Серега, идет? Он идет ко мне. Слышь, да? А я маску одену. Заходи, давай, выйду. А ты заходи. Заходи. И открываем двери ему. Подождите, как... О! Так. Короче, надо, чтобы аниматроник в шкафчик заглянул. Вдруг там кто-то сидит. О, Серега сидит. Он не убивает. А,
как аниматроник открывает шкаф? Ну не знаю, вот такой умный, запрограммированный, через Nokia. Ходит, ходит, ходит возле нас. Закрывай. Закрывай, закрывай. Он остался здесь. От жопы, а? Ходит. Укусить его за жопу. Есть, я закрыл, я закрыл. Ой! Ну, Серега, ну блин. Ну, меня замочил как-то странно очень. Укусил за жопу Диму. Да нет, думал, он вышел. Что-то был уверен, что он вышел. Так, ну что, давайте сделаем немножко веселья. Теперь мы берем оружку. Ну что, где ты? Иди сюда. Ну ладно, это было пробное. Хоть пару пулек-то всадил я в тебя. Серега, наказывай его за меня, пожалуйста, убей. Так, давайте возьмем пригвоздитель, и мы его пригвоздим. Ну что, иди сюда. Я его пригвоздил, Серега. Где он? Иди сюда, иди сюда. Сюда, 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 сюда. Бегу, бегу, Дим. Вот он, вот здесь вот он. Вот он. Мочи, мочи, мочи его. Отлично. А, он тебя убил? Косячник. Я ему, Серега, не дам выйти. Я ему не дам выйти. Я буду пригвождать его до последнего. Сейчас. Он хочет меня убить, но не получается никак. Мочи, мочи, мочи его. Давай, 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 давай. Нагибай его. Опять убил? Серега, это что он такой негодяй? Ты что, решил свалить? Я тебе не дам. Ого, это было больно. Темка решил сегодня наказать меня. Че, пацаны, вы его сейчас упустите, а я не дам, я и бегу. Ой, не туда забежал. Все, я его зарезал. Зарезал? Зарезал. Получается, что у нас... Аниматроники слабые оказались, а? Давай, иди сюда, щенок. Ой, Серега, это ты, блин. Спасибо. Да я испугался, думал, то он уже невидимый. Я его пригвоздил зато. Да, молодец. Сейчас мы его накажем. У нас есть некоторое время, чтобы его выиграть. Так. А где он? Это я, тихо. Это ты, это... А где он? Он в другой комнате. А, точно. Тема, уйди. Я его пригвоздил. Да ты задрал мочить, а? Смотри, что делает, Серега. Ты его не пригвоздил, Дима. Ты его не пригвоздил. Не пригвоздил его? Да. Так ты бомж. Хорош издеваться над добрыми людьми честными. Серега, ты пригвоздил? Нет. А я пригвождю сейчас. Че, я его ножиком порезал, ему пофиг? Там бомбы Серега положил, там должны бомбы взорваться. Давай, 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 они отлежали, я даже не возрождаюсь, хочу посмотреть, как все умрут. Где она? Вот бомба. Он тебя убил. В теньке бомбы лежат. Он охраняет их, он их не пускает, чтобы никто не убил их. Сейчас я ему, блин, поохраняю. Где там админский петух? Давай, давай, Сережка. Вижу, вижу. Видишь бомбы, вот. Ай-яй-яй. Так, вижу семку. Вот бомбы, да. Отлично, молодец. Ребята, если вам понравилась эта серия и вы хотите еще... Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще.